Приветствую, давайте сегодня сделаем с вами разбор песни из репертуара Король и Шут с песней «Дагон». Разбор делаем с того видео, что вы мне прислали. Ну, итак, давайте все сыграем и все подробно разберем. Приступим. Последняя глава, к сожалению, в ней обрываются слова. Да последний год и рыбацких перелей, и ну весь народ, тот туман, что каждый день моря заходит. Я свидетель был, как пустели берега. Мир менялся на глаза, со встречи в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских прибыл в глубин, был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Каждый день в умах росло необузданное зло. Я опять теряю ум, снова в голове появился странный шум. Но сегодня я начал звуки различать. Это чей-то зов, мне пред ним не устоять. За окном гроза, а мои глаза лезут из орбит. Страшен в зеркале мой вид. Мир менялся на глаза, зов стихи в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских иную суть. Кто-то полз к воде, ветхий старенький причал. Был в его судьбе, как начало всех начал. За собой тащил пою мокрую тетрадь. Из последних сил кто-то пробовал писать. А затем мыл ног, скрылся под водой. Зашумел прибой, унося его с собой. Мир менялся на глазах, зов встречи в людских сердцах. Посеял первобытный страх, посеял страх самого Дагона сын. Из морских пришел глубин, то был судьбы недобрый знак, недобрый знак. Новый раз сын молодой хит родился под водой. Thank you.
Значит, первый аккорд Си минор. Ну, аккорды все простые, которые посложнее расскажу. Значит, что у нас происходит? Играем медиатором. Раз, два, три, четыре. Вот четыре у нас удара идет, то есть два раза по басу играем. В данном случае это пятый бас. Шестую струну я не прижимаю, я ее касаюсь указательным пальцем, чтобы она не звучала. Итак, сыграли два раза по пятой струне. Ну, если четвертую зацепим, не страшно. И потом играем в районе вот третий удар, пятая, четвертая, третья. Ну, может, вторая еще. Вот так. Хорошо, поехали дальше. Вот в конце надо будет открыть пятую, и потом мы идем на соль мажор. Тут играем по шестой струне, на третьем ударе играем пятая, четвертая, то есть где-то 3-4 можем струны. И потом на ля мажор та же история. Сначала. Хорошо, это у нас было вступление, и пришли мы на первый куплет. Начинаем играть так же. Тут у нас второй аккорд в куплете, соль минор. Вот, дальше будет ре мажор. Тут мы долбим по четвертому басу. Шестую категорически глушим обязательно. Ну, пятая, если будет играть, не смертельно. Вот, и ля мажор, шестую тоже глушим большим пальцем левой руки. По пятой струне долбим. Вот, сыграли раз, два, три, четыре, один такт. Потом ставим ноту си бемоль, пятая струна на первый лад. Вот, у нас бас поменялся в ля мажоре. То есть аккорд остался на месте, только пятый бас добавили, шестая опять-таки не играет, долбим по пятой струне. И тут мы переходим уже на другой бой. То есть в этом случае, давайте я чистый аккорд возьму, чтобы более красивее был у нас, потому что это не очень красиво звучит. Принцип тот же, только мы долбили все время сверху, а теперь играем вниз, вверх по басовой струне. Потом вниз играем и вверх по пятой. Вот, и этот бой у нас будет дальше играть. Итак, вернемся к ля мажору. Вот, и пришли мы на си минор, играем уже другим боем. Теперь тут на си миноре следующая строчка у нас начинается. Значит, тут что у нас? Играем один такт ровненько. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два. Делаем тыгыдын, назовем его так. То есть вниз начинаем, вверх, а потом вниз погромче. Еще раз. ТГДН делаем по басовым струнам. То есть в данном аккорде это пятая, четвертая, третья. Не забываем шестую приглушивать. Если не глушить будет, эта нота нам совсем не нужна в данной песне. То есть вот так приглушим торцом пальца и можем смело колдубасить по толстым струнам. Шестая у нас не прозвучит. Хорошо. Потом идем на ре мажор. Ровненько играем. Потом на ля мажор идем. Вот в это положение. То есть один раз мы тут сыграли. Теперь остальные разы будем вот здесь играть. Играем один такт ровно. Раз, два, три, четыре. Потом раз, два. И потом смещаем шестую струну на шестой лад.
Получается у нас вот так вот палец нужно поставить, чтобы первая струна осталась прижата на пятом ладу, а шестая вот тут на шестом вот так косо должен стоять. И здесь должны прижать, и здесь должны прижать. Вот так. Итак, ля мажор держим. Просто заворачиваем вот так палец. Вот, и у нас такой аккорд получился. Вот, на этом аккорде у нас закончилась вторая часть первого куплета. Потом идем на соль мажор. Вот так играем. Значит, вниз, вниз, вверх, вниз. Это мы играем по басам. Вот. Вот на третий удар глушим. Тагаден. Вот на дын нам надо приглушить. Потом два раза вверх играем. И глушим. Вот. И потом вверх. И на начало. Вот тут один раз мы сыграли так. А второй раз он вроде бы так сыграл. То есть раз, два, четыре удара. И потом глушим. Давайте два раза вместе. Вот, в темпе это так. Медленно. Хорошо, потом идем на си минор. Принцип тот же, только мы без заглушки играем. Вот, потом на ре мажор идем, играем ровно боем, то есть без заглушек. Значит, вниз, вверх, вниз. Третий удар громкий. Два раза вверх. Вниз громкий и вверх. Вот. И на ля мажор. Что тут у нас? Переходим с тагаденом. То есть на ля мажор вышли. Вот играем на ре. Вот тут. Значит, тагаден вверх и вниз глушим. Потом вверх глухой звук, приотрываем пальцы от струн. Вот так. Потом вниз, вверх и глушим. Потом вверх и вниз, громко. Потом вниз, 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 вниз. Вот так акцента надо будет сделать. И идем на соль мажор. Опять-таки через тагаден. Еще раз. Хорошо. Играем ровненько. На си минор тоже ровненько. На ре мажор через тагаден. Вот, и после этого аккорда идем на си минор. Что тут у нас? Вниз, вверх, по всем струнам лупим. Потом два глухих удара вниз и вверх. Приподнимаем пальцы. Вот, сыграли вниз один раз заглушку, потом вверх. Потом начинаем также вверх, вверх, вниз, вверх, еще на аккорде играем, еще раз. Дальше приопускаем баре, или можем вообще его убрать. Играем там, та-да-дам, там, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз. По шестой стараемся не играть. И идем на соль мажор.
Начинается у нас вторая часть припева. Ровно играем на си миноре то же самое. На ре мажоре то же самое. Значит, на си минор пришли, играем вниз, вверх, вниз, глушим и вверх. Потом снова вверх, вниз, глушим и вверх. Вот так. И потом вниз, вверх на одинаковой громкости. Начинаем вверх. И потом на соль мажор. Тут немножко потише играем и в районе где-то басовых струн. Старайтесь первое не цеплять. Обычным нашим боем. И потом на ля мажор. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вот тут акцент. То есть первый удар громкий. Вот этот громкий. Вот этот громкий. То есть та-та-та-та-та-та-там. Вот это по громкости. И закончили вниз. Вот, потом играем. Надо сыграть четвертую, третью струну, а потом пятую и четвертую три раза. И, то есть, тан-дам-та-дам. Вот, три раза вниз и четвертый вверх. И на си минор опять-таки на пятый бас. Еще раз. Вот так. И выходим на то, что мы играли во вступлении. Надеюсь, тут разобрались мы. Поехали дальше. Значит, играем то же самое. На ля мажор теперь в первом куплете мы сюда шли с басом си бемоль. Теперь сюда идем. То есть то, что мы уже играли. Вот, и снова на си минор, и повторяем то же самое все. И потом выходим на вторую, вернее, на третью часть второго куплета. То есть то самое, что мы играли, только на си миноре мы не глушили с вами. А сейчас глушим. Дальше ре мажор. Играем ровненько, потом на ля мажор. Вот так играем. То есть один такт ровно играем. Потом та-ту-ту-та-ту-тун-там-та-да-дам. Вот так нас играть. То есть первый удар по всем струнам, потом два раза по басам. И повторяем. Вот, потом третий раз, когда сыграли по всем струнам, делаем тегедын, идем на соль мажор в этом обращении. Еще раз. Хорошо. Значит, тут мы сыграли на соль мажоре тегедын. На си миноре опять тегедын. На ре мажоре снова тегедын. И потом на си минор. То есть вниз, вверх, вниз глушим и вверх. Два раза вверх. Потом сыграли вверх и опять вверх. Еще раз. И на соль мажор. Началась у нас вторая часть второго припева. На си минор через тегедын.
Потом ре мажор, опять через тыгдын. И на си миноре, так как мы перед этим играли. И потом на соль мажор пришли. Играем, как мы в прошлый раз играли. И на ля мажоре то же самое. Хорошо. Значит, си минор получается у нас играем шестую, пятую и четвертую. 6, 5, 4, 5. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 долей считаем, то есть 2 такта. Потом соль минор, те же струны играем. Дальше ре мажор. Тут играем 2 раза четвертую, потом третью и четвертую. И на ля мажоре. 5, 4, 3, 4. И в конце второго такта играем бас си бемоль. Вот, потом идем на си минор в это положение. Тут нам надо будет сыграть 5, 4, вторая с третьей, 4. Вот так. Потом соль минор, пятую мы пропускаем, 6, 4, вторая с третьей, 4. Вот, потом на ре мажор, 4, 3, 2 нижних, 3. И на ля мажор, 5, 4, вторая с третьей, 4. И в конце два акцента по пятой, четвертой, можем по всему аккорду. Ну, без первой постарайтесь, и без второй, наверное. Вот, и потом идем на соль мажор. Это у нас припев, третий, третья часть. То есть начинаем так, как мы начинали. А потом ровненько играем боем. Потом на си минор через тыгдын. Ре мажор. Потом ля мажор. Вот раз, два, три, четыре. Сыграли просто боем. Потом второй такт начинается. Играем сильный удар. Потом вот раз, два, три, четыре, потом потише. Еще раз. Потом снова громкий. Вниз, вниз, вверх, вниз. И на соль мажор тыгдын. Еще раз. Вот так через тыгдын вышли на соль мажор. Играем ровненько боем. Потом на си минор через тыгдын. Ре мажор тыгдын. И потом на си минор. Что тут у нас? Обычный бой. Вниз, вверх, вниз глушим и вверх. Вот два раза так делаем. Потом вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Вот так нас играть. Потом открываем пятый бас. Играем вверх, вниз, вверх. И идем на следующий аккорд еще раз. Хорошо, пришли мы на вторую часть третьего припева. Ровненько играем по соль мажору. Также ровненько на си миноре. Дальше через тыгдын на ре мажор.
вниз, вверх, вниз, вверх. Вот вниз акцент громкий. И вверх громкий. И в конце вверх, вниз громко. Еще раз. Вот, дальше. Играем вниз, вверх, вниз. Вот те два удара, что вниз, громкие. И потом вверх, вниз. И потом идем на соль мажор. Вот в конце мы аккорд повесили. Ну, акценты вы поняли. И потом на ля мажор прицепили аккорд. И потом два раза играем четвертая с третьей и два раза пятая с четвертой. И на си минор на то, что мы играли во вступлении. Ну, играем во вступлении, мы играли все время вниз, а сейчас играем боем. То есть долбим по басам и третий удар по всем струнам. Тут на соль мажор через тегеден выходим. Вот, а дальше все ровненько, без тегедена, играем три аккорда. И в самом конце прицепили аккорд си минор. И на этом аккорде закончилась наша песня. Вот все попробовали мы с вами и разобрать. Надеюсь, рассказал вам все доступно. Желаю творческих успехов. Спасибо. Пока.